партнер рубрики «Оздоровительный фитоцентр «Знахарь». Профилактика и избавление от заболеваний в кедровой фитобочке. Очищение и омоложение организма целебными сборами, бальзамами и паром. Елена – кассир. Профессия, мягко говоря, не динамичная, сидячая. Понятно, что шея после рабочего дня очень болит. Потому самое время обратиться к массажисту. Я вам могу предложить массаж. Мы мышцы проработаем, разомнем, расслабим, и вам станет гораздо легче. Елене повезло. Она попала в хорошие руки мастера. Максим Волков – дипломированный массажист. Проблемы узнает на ощупь и тут же их исправляет. У очень многих людей спазмированная мышца подлопаточная. И вот таким вот приемом ее растягиваем. По словам специалиста, радикулит и остеохондроз – самые распространенные проблемы спины 21 века. За 10-12 сеансов массажа пациентам становится гораздо лучше. Главное – хорошо подготовиться. После фитобочки, когда человек ко мне заходит, мышцы расслабляются от фитобочки самой. И прямо лечебный эффект очень хороший. Избавиться от целлюлита также можно с помощью массажа. Здесь помощь мастеру – фитомасла и мед. Кожа обновляется и разглаживается. Фитоциды проникают в кожу, в подкожную клетчатку и также действуют на организм, общеукрепляющие, общеоздоравливающие. Для оздоровительных целей требуются более сильные приемы, например, мобилизация позвоночника. Давайте делайте плавный глубокий вдох. И выдох глубокий. Итак, через 20 минут массажа Елена словно забыла о больной шее. Горит спина, можно сказать. Видимо, где проблемная зона. Даже что-то там похрустывало. После первого сеанса наша героиня точно решила, что продолжит курс массажа для полного выздоровления. Партнер рубрики – оздоровительный фитоцентр «Знахарь». Профилактика и избавление от заболеваний в кедровой фитобочке. Очищение и омоложение организма целебными сборами, бальзамами и паром.